Приют для бездомных, благотворительная общественная организация «Рассвет» на улице 45-й стрелковой дивизии – это частный дом рядом с управой Коминтерновского района. Всего здесь 21 место. Сейчас почти все они заняты, середина зимы все-таки. Судьбы у всех разные, но одинаково неласковые. У кого-то сгорел дом, а кого-то родные попросили, как говорится, на выход. Есть в приюте бывший шахтер и офицер вооруженных сил. Живут здесь врач-терапевт со стажем и преподаватель вуза. У кого-то последним пристанищем была теплотрасса или места лишения свободы, а у кого-то вполне уютная квартира. Но сейчас все они здесь, и у каждого есть койка в тепле, возможность искупаться, постираться и нормальное питание. В настоящий момент, который у нас, по крайней мере, люди проживают, вот это те люди, у которых есть предмет заботы. Вот все, что здесь устроено, вот что вы видите, можем если зайти, это все сделано их руками. И для них в данный момент это их семья, это предмет их заботы. Они действительно нашли себя в этом, они действительно по-настоящему стали, ну, может быть, громко сказано, но счастливы. Они сами за собой ухаживают, помогают друг другу, готовят еду. Им помогают полтора десятка волонтеров организации «Рассвет», и многие воронежцы передают лекарства, продукты питания, одежду. Некоторое время назад, будучи они на улице, на них смотрели, да вот они какие-то там непутевые, там, может быть, лодыри или еще как-то там, ну, считали ущербными там по разным позициям. Но сейчас они стали нормальными членами вот этого коллектива. Мы не претендуем, что они стали нормальными членами общества. Ну, есть там свои натяжки, кто-то, критерий абсолютно такой расплывчатый, что стали нормальным членом общества или нет. Но сейчас они нашли себя, у них есть семья, у них есть дом, есть кровь. И они нужны, они полезны, они просто счастливы. Вере Марковой 57 лет. Здесь она, повариха, попала в приют в ноябре прошлого года, прямо с улицы. Жила в шалаше во дворе многоэтажки на улице Южно-Моравской. 20 лет за свекровью, вместе не жили, все. Квартиру она подписала давно, мне ничего не говорила. Но потом, когда она умерла в марте, В общем, оказалась на улице, и угла для родной матери у трех ее взрослых детей не нашлось. В общем, уверен, они не знают о том. Они так и думают, что я с бабкой живу. Но там Бог им судья. Чужие люди оказались ближе. В «Рассвете» ей помогают восстановить паспорт. Тогда она снова сможет получать пенсию по инвалидности. А помощь здесь ценят. С уважением относятся и к руководителю «Рассвета». Он всем помогает, заботится об вас всех и привозит все продуктами, и все помогает. И даже может сам перевязку любому сделать. Сам делать, я сколько раз видел. Поэтому я ему очень благодарен. «Рассвет» начинался с группы энтузиастов, которые хотели помогать тем, кто вернулся из мест лишения свободы, а стал даже не приютом, а почти семьей для многих людей с непростой судьбой. Я однажды слышал такое выражение: «Хорошо человеку тому, которого понимают. Счастлив тот, которого любит. Но по-настоящему счастлив тот, которому есть кого любить». Оп, комбикормочку. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41-й канал.